Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире канала Ачиха ТВ специальный выпуск программы «Кто хочет стать миллионером?». Сегодня выпуск несколько необычный. Именно в этот день, 3 года назад, наш сегодняшний герой принял участие в игре у постоянного ведущего программы «Кто хочет стать миллионером?» на нашем канале, у Андрея Громова. Но сегодня, спустя столько времени, это повторится, но уже будет играть у меня. Итак, герой нашей сегодняшней программы Олег Цуканов. Поприветствуем его. Ну, здравствуйте всем. Здравствуй, Олег. Приветствую, рад тебя видеть в нашей передаче. Не скрою, мы уже знакомы уже год почти. Вот. Если что, напомни о себе всем нашим зрителям. Ну, здравствуйте, меня зовут Олег Цуканов. Я, ну, правильно вы говорили, я ровно 3 года назад, не помню, кто меня пригласил, но я впервые сыграл у Андрея. И в прошлом году играл на двухлетие. И вот в этом году тоже попытаюсь выиграть 3 миллиона с 3-го раза. Но очень надеюсь, что у тебя это все получится. Но мы не будем откладывать разговор в долгий ящик и перейдем непосредственно к правилам нашей игры. Итак, перед тобой 15 вопросов. И на пути к заветной сумме будет 2 несгораемые суммы. 5000 рублей и 100 тысяч рублей. Ну и третья непосредственно сумма 3 миллиона рублей. На пути будут также, если будет затруднение, будет помощь 3 подсказки. Это 50 на 50, звонок к другу и помощь нашей аудитории. Хочу напомнить, что до тех пор, пока ты не дал окончательного ответа, ты сможешь забрать заработанные деньги. Надеюсь, правила понятны. И ну, если, да. Если ты готов, то мы начинаем игру «Кто хочет стать миллионером?». Давайте. Итак, первый вопрос на 500 рублей. Пословица гласит так. Висит груша, нельзя скушать. О чем речь? Лампочка, пол, раковина или дверь? Лампочка. Ответ принят. Да, это так. 500 рублей уже в твоем кармане. Второй вопрос и 1000 рублей. А звучит он следующим образом. Что надо подключить в сетевой порт сетевой карты, чтобы получить доступ в интернет? Палку, лом, кабель или провод? Ну, это кабель. Принято. Да, это кабель. 1000 рублей уже у тебя. Следующий вопрос и 2000 рублей. Что нам необходимо иметь дома для распечатывания информации на бумаге? Компьютер, планшет, принтер или мышка? Ну, это принтер, конечно. Правильно. Без него нам никак не обойтись. И 2000 рублей у тебя. С чем, собственно, и поздравляю. 4-й вопрос. 3000. Где родился бывший популярный телеведущий британской версии миллионера Крис Таррант? В городе Вустер, в городе Рейдинг, в городе Бирмингем или в графстве Бакингемшир? Так, думаем. Ну, не совсем знаю, я знаю, что он в Англии родился. Так, сейчас подумаю. Букингемшир. Так, Вустер. Вустершир вообще есть такое еще графство. Бирмингем. Не Бирмингем получается, не Рейдинг. В этот. Или Вустер, или Букингемшир. Но если есть. У тебя будут сложности, подсказки у тебя еще сохранились. Так, где же он родился-то? Он родился, я знаю, где-то в апреле 46-го года. Получается, Вустер. Ну, может, Вустер?
Ну ты подумай хорошенько, подумай. Так, Бирмингем подходит. Может, Бирмингеме? Бирмингем, наверное. Ты уверен? Ну, не совсем, конечно. Не помню, какой город. Так. Город. Городе Рединг, да, кажется. Немножко расплывчато. Давайте город Рединг. Это твой окончательный ответ? Да. Принимаю. А сейчас небольшой комментарий к этому вопросу. Крис Старант родился, как ты правильно сказал, в Рединге. Окончил королевскую школу в Вустере, а также поступил, получил степень бакалавра гуманитарных наук с отличием по английской литературе в университете Бирмингема. Это сведения из лучших моментов, кто хочет стать миллионером, который написал сам ведущий Крис Тарант. Ладно. Поздравляю тебя, Трид. Так, четвертый вопрос пройден. У нас на очереди пятый вопрос и первая несгораемая сумма в 5000 рублей. Каким игрокам за всю историю британской версии игры «Миллионера», которая длилась с 1998 по 2014 годы, посчастливилось увидеть вопрос за миллион фунтов? Двум, четырем, пяти или шести? Так, не двум, не четырем, это точно. Так, там сначала победил Дид Кэппел, потом... Это Пэт Гибсон победил, потом этот еще, как его, в 2006 году третий победил. Потом, кроме него, еще видели несколько человек. Получается, максимум здесь 6 выходит. Это твой окончательный ответ? Да. Принимаю. Ну, двое или трое там еще увидели, не помню. Там забрали 500 тысяч. И это так. И сейчас поясню почему. Дело в том, что именно 6 человек имели возможности увидеть вопрос на миллион фунтов. В какой момент они покинули шоу и ушли с 500 тысячами фунтов. А 5 человек вообще ушли без денег. Это опять же из воспоминаний из книги Криса Таранта. А про Японию сказать, сколько там 15 вопросов прозвучало? Ну это уже немножко это другой момент. Но сейчас... Ну там не 6, там 100 раз вопрос звучал. Ну, это будет, конечно, интересно знать, но этого немножко погодя. Ладно. Итак, 5 вопросов уже пройдено, и первая несгораемая сумма в любом случае у тебя будет. Уже пошли вопросы средней сложности. И да, у нас на очереди 6 вопрос и 10 тысяч рублей. Напомню, все 3 подсказки сохранены. В чем, по словам Криса Таранта, заключается успех игры? В ее доброте, в ее упрощении, в ее простоте или в ее любви? Так, ну здесь можно подумать. Упрощение вряд ли. Скорее всего, успех заключается в простоте игры. Доброта не подходит. Уверен. Доброта не подходит 100%, и упрощение не подходит здесь. Ну, если упростил игру, это не значит, что она это будет успешная. Простота игра. Просто открыто, чтобы. Простота, думаю. Ответ окончательный. Да. Принимаю. Итак, как говорил Крис Тарант. Как и все отличные идеи, успех игры заключается в ее простоте. Правильно! Поздравляю. Молодец. Ты классно прошел этот вопрос. Практически сразу догадался. Ну да, логически. А у нас на очереди 7-й вопрос и 15 тысяч рублей.
В каком году вышел фильм «Когда зовет природа» с участием актера Джима Керри в главной роли? В 1993, 1995, 1996 или в 1997? Так, я этот фильм смотрел, когда зовет природа, там участие животных было. Так, либо 93-й, либо 95-й. В 93-м вышло еще какое-то. Это вы впереди не дописали. Эйс Вентура называется. Там, кажется, три части у них было. Природа, она когда? Она, кажется, позже вышла. Так. Ну, давайте я скажу 95-й. Это окончательный ответ? Да, в 93-м какая-то там вышла, забыл, как называется. В поисках чего-то там, скорее всего. А «Зовёт природа» вроде в 95-м, вроде как-то вот так вышел. Ну, я смотрел просто уже давно, поэтому смутно помню. Я знаю, что не раньше, не позже 96-го, 97-го года. 95-й. Ответ принят. И это правильно! Молодец. 15 тысяч у тебя в кармане. Ну, повезло. Ну, знаю, потому что смотрел. По пути уже пройдено практически. А у нас на очереди 8-й вопрос, и стоимость составляет 25 тысяч рублей. В течение скольких лет, по словам Джона Ройла Толкина, он занимался расшифровкой и анализом рукописей «Властелина колец»? В течение 2 лет, в течение 3 лет, в течение 5 лет или в течение 6 лет? Здесь я не знаю, «Властелин колец» занимался расшифровкой и анализом рукописей каких-то, причем есть расшифровка. «Властелин колец» — это фильм, это по какому-то произведению снимали. Ну, здесь зал, давайте. Итак, ты выбираешь помощь аудитории. Да, здесь я не знаю. Уважаемые зрители в студии, помогите, пожалуйста, Олегу выбрать правильный ответ. Напомню вопрос. В течение скольких лет, по словам Джона Ройла Толкина, он занимался расшифровкой и анализом рукописи «Властелина колец»? Голосуйте. А результаты таковы. 45% наших зрителей считают, что в течение 3 лет. 37% за вариант С в течение 5 лет. 10% считают, что в течение 6 лет. И самые меньшие 8% считают, что в течение 2 лет. Ну, можно согласиться, в течение 3 лет, значит. Ну, 6 лет это очень долго. 3 года, возможно. Итак, ты соглашаешься с залом, да? Ну, 3 лет тогда. Ответ принят. Я так думаю. А теперь комментарии. В течение последних 3 лет Джон Роу Толкин занимался расшифровкой и анализом рукописей «Властелина колец». Хотя задача еще далека от завершения. Правильно! Классно. Ну что ж, уже все ближе и ближе подбираемся ко второй неизгораемой сумме. Но на очереди 9-й вопрос и стоимость его 50 тысяч рублей. И напомню, что у тебя осталось 2 подсказки. 50 на 50 и звонок другу. Где находится графство Бакингемшир? В Великобритании, в Англии, в Литве или в США? Так, это знакомые мне. Великобритания, Англия, не знаю, как тут с этими ответами. Англия, она в Британию уже входит. Но это не Литва и не США, это точно. Бакингемшир, это... Хотя здесь непонятно с этими
или Британия, или Англия. Англия, она вообще часть Великобритании же относится. Тут присмотрись повнимательнее. Британия, она большая, как вот, к примеру, Украина и Крым, к примеру. Или в Крыму, или в Украине, какая разница, все равно к одной стране относится. Так же и тут. Или там. Но если ты сомневаешься, у тебя осталось две подсказки. Гемшир, ну вообще это Великобритания должна быть. Это я точно знаю. Я сколько раз обзоры делал, это графство встречалось много раз. Ну давайте, на всякий случай. Так, ну звонок, наверное, перебережем на потом. 50 на 50 возьмем. Итак, уважаемый компьютер, уберите, пожалуйста, два неверных ответа. Итак, в Англии или в Литве? Англия 100%, не Литва это. Англия. Ответ принят. Бакингемшир – это историческое и церемониальное графство в центре Англии. Входит в состав Юго-Восточной Англии. Стоится Элсбери. Правильно. Но Англия и Великобритания – это... Не знаю, какая разница. Англия, она просто маленькая, поменьше, а Британия, она здоровая. Там и Шотландия, и Уэльс ходят еще. Поэтому... Два ответа уже были. А вот теперь уже начинается самое интересное. Следующий вопрос на вторую несгораемую сумму в 100 тысяч рублей. Кто такой старик Хронос? Книжный персонаж... Житель одной из планет, предсказатель или ученый? Так, если Хронос перевести с греческого, это время. Получается. Книжный персонаж это вряд ли. Хронос это время, это может связано быть с предсказателем. Ну, когда по времени предсказывают, в таком-то году это будет. Ученый тоже может подходить. Ученые тоже там что-то там исследуют. Напомню, что у тебя еще одна подсказка осталась, если что. Если житель планеты или книжный персонаж, это значит вымышленный. Как старик Хоттабыч. То же самое. Давайте здесь звонок. Итак, кому звоним? Ну, Андрею Гармашу, Патрова генерал первый раз. Итак, мы звоним Андрею. Алло? Андрей? Да? Приветствую вас, это игра «Кто хочет стать миллионером». О, привет, Джека. Рад тебя привет. Слышать. Я тоже. Кому помочь надо? Андрей, ты сможешь помочь Олегу Цуканову ответить на вопрос стоимостью в 100 тысяч рублей? Помогу. Итак, Олег, Андрей, у вас есть 30 секунд, чтобы найти ответ. Поехали. Кто такой старик Хронос? Книжный персонаж, житель одной из планет, предсказатель или ученый? Книжный персонаж, отвечай смело. А какое произведение? Насчет произведения не знаю, но точно книжный персонаж. А, ну ладно, спасибо большое. Спасибо. Я соглашаюсь. Ты согласен с другом? Да, я соглашаюсь. Ответ принят. И все-таки твой друг не ошибся, это книжный персонаж. О, классно. Ох. Да уж, поздравляю тебя с достижением второй несгораемой суммы, 100 тысяч рублей. В любом случае, ты ее не потеряешь. Но вот спасибо. Тут начинается самое интересное. Вопросы повышенной сложности нас ожидают. И у нас на очереди 11-й вопрос и стоимостью 200 тысяч рублей. Давайте. Какое количество снимков успевает сделать один современный японский фотограф
за 100-метровую прогулку. Полтысячи. Полсотни. Полмиллиона. Или полмиллиарда. Так. Так, сделать современный японский фотограф. 100-метровые, 100 метров, да? К примеру, километры мы проходим за 5 минут. 100 метров это 1000 за 50 секунд получается. Это прогулка 100 метров. За 150 секунд в секунду делается где-то 25 кадров. Немного это. Скорее всего, много может быть. Полмиллиона или полмиллиарда. Полтысячи не может быть. Ну, сейчас 100-метровые, 100 метров. Полтысячи не может быть, 500 штук. Какое количество снимков? Ну, если серия фоткает, то значит много можно сделать. Потому что она одно за другим идет. Ну, тут я на этом вопросе ничем не рискую. Так, японский 100 метров. 100 метров такой длинный. А ты логику включи. Я судил, вот сколько в секунду делается, 25 кадров. Минуту это примерно... Ну, хотя 24 кадра идет. Минуту... Так, минуту 60 минут. 1000 с чем-то минута. 50 минут, да? 1000 на 50. Это получается 500 тысяч получается. Полмиллиона получается выходит. Я так насчитал. Если 24 кадра в секунду, то у меня получилось полмиллиона. А подумай еще. Если каждый фоткать, каждый, то получится так. Если вот видео будет идти 50 минут, то там будет полмиллиона кадров. Полмиллиарда это много, 500 миллионов снимков. Как он сделает? Но если он не часто фоткает, не часто, то можно и полсотни сделать, 50 штук всего. Кстати, да, если одну в минуту, то можно и 50 штук сделать. 50 минут я насчитал. 50 штук. Давайте Б. А ты еще подумай, поскольку и много кадровок есть, и малые тоже. Над малыми тоже помысли. Я, конечно, не разбираюсь в фотографии. Но... 500 это полтысячи, полсотни это 50. Полмиллиона 500 тысяч, полмиллиарда 500 миллионов. Но я не знаю, смотря на что он там фоткал. Тут не написано, на что он делал. Просто написано фотограф. А фотограф это расширенное понятие. Так. А какие вы говорили, там много кадровые или как они там назывались? Есть много кадровок, есть и малые в том числе есть. Ты подумай. Я в аппаратах не совсем понимаю, но они не знают, что они всякие разные есть. Там бывает чуть-чуть подряд прямо бывает делаются. Снимки. А есть обычный фотоаппарат, пока там сфоткает, сохранит. 1500. Если 500, то значит 10 кадров за минуту получается. Давайте полтысячи пусть будет. Это твой окончательный ответ? Ну да, хочу, чтобы пояснили, что это вообще за фотограф, что за фотоаппарат. Давайте полтысячи. Ответ принят. А теперь поясняю комментарии. Современный японский фотограф за 100-метровую прогулку успевает снять
полтысячи снимков. Правильно. О. Есть. 200 тысяч рублей у тебя уже, я поздравляю. Но в случае правильного ответа на следующий вопрос твой выигрыш удвоится и будет 400 тысяч. В случае неверного ответа ты потеряешь половину. Ну, я понял вас. Итак, с перерывом в сколько лет организовывал выезд евреев из Ирака и Ирана уроженец Багдада? В 10 лет? В 20 лет? 30 лет или в 40 лет? Ой, здесь я не знаю. А ты попробуй как-то подумать. Ведь логика иногда даже включается. Если судить по Библии, то в пустыне они ходили 40 лет. Поэтому я не знаю, совпадение это или не совпадение. Я бы сказал, что в 40 лет. Раз в 40. А если подумать? Просто сходится просто вот эта цифра. Ну тут, ну там хотя эти Ирак, Иран, Багдад не упоминаются в этом, какого, в Библии. Только про евреев. 40 лет блуждали в пустыне. Выезд евреев вперед сколько лет? Хотя не знаю, может быть ему и 10 лет было достаточно. Возможно. Из Ирака и Ирана. Уже не из Багдад. Багдад это объединенные Арабские Эмираты. Ой, подожди, Багдад это Афганистан. Ирак и Иран это тоже арабские страны, получается. Не знаю, я сказал бы в 10 лет. Я так думал. Но ты еще попробуй как-то поразмыслить. Вдруг ты попадешь в точку. Комментарий-то... Может, будет комментарий? Если тут судить по две стороны, Ирак и Иран, то 10 и 10, 20 лет получается. Запутанный вопрос какой-то. Ну ты подумай еще. Тогда сколько? Так. Ну не знаю. Вопрос, конечно, уже высокий. Это же пятый. И вам сколько лет организовал выезд. Пока организуешь, тоже, конечно, долго это. Выезд евреев. 40. Давайте скажу 30 тогда, что поделать. Это твой окончательный ответ? Сейчас Ну да, если намек, значит 30. Ответ принят. Уроженец Багдада перерывом в 30 лет организовал выезд евреев из Ирака и Ирана. Молодец! А в связи с чем? Ну, это... скажем, другая тактика. А у нас на очереди уже чертова дюжина. 13-й вопрос. И в случае верного ответа твой выигрыш опять удвоится и будет 800 тысяч рублей. Но если ты ответишь неправильно на этот вопрос, то потеряешь 300 тысяч рублей. Ну, давайте. Какой по счету раз Ангела Меркель стала канцлером Германии? Третий, четвертый, пятый или шестой? Ну, она в Германии правит давно. Шестой, пятый, это вряд ли. Так долго не может быть. Не помню, либо в третий, либо в четвертый раз. И пятый, и шестой.
если ты еще, если ты не знаешь, то ты можешь забрать 400 тысяч рублей. Ну, смотря вам в этой, в Германии, как там переизбираются. Как часто можно. А как, сколько, ну, на какой срок можно идти? 5-6. Я знаю, что она вот давно уже правит. Сколько там срок, еще не знаю. Третий. Давайте, наверное, не третий, четвертый раз скажу. Это окончательный ответ? Ну, ну, примерно она не прямо сильно много была. Ну, думаю, третий это как-то это, как-то на четверку тянет. Ответ принят. Ну, окончательный как раз. Итак, Ангела Меркель стала канцлером Германии в четвертый раз. Есть. Ну, здесь, здесь попал вариант сразу. Ну ты, Олег, молодчина. Все ближе и ближе подбираешься к цели. Ну, этот не такой трудный. Все ближе и ближе этот момент, который наступит. Обращаю внимание, что на последующие вопросы буду принимать только первый твой данный ответ. Так что надо подумать логически. А на очереди у нас 14-й вопрос и 1,5 миллиона рублей. Когда вышел документальный фильм Криса Таранта, окончательный ответ Криса? 4 февраля 2014 года. 10 февраля 2014 года. 11 февраля 2014 года. Или 20 февраля 2014 года. Ну, здесь ответ очевиден. Это С. 11 февраля. Ответ принят. Да, это так. Да, повезло. Четвертого вышел, последняя игра вышла, 4 февраля. А теперь главная интрига сегодняшнего вечера. Сможет ли Олег Цуканов взять 3 миллиона рублей? И сможет ли это проклятие исчезнуть навсегда? Ну, посмотрим. Внимание, давайте. 15-й вопрос и 3 миллиона рублей. В как... В каком году появилось самое первое карагандинское поселение? В 1845 году, в 1853 году, в 1856 году или в 1900 году? Так, карагандинское поселение, это получается до основания города. Город был основан в 34-м году, 31-м был основан, а в 34-м он городом стал. Здесь я не знаю, здесь надо забирать. Я не, в истории я слаб. А ты рискни. Друг тебя подфартит. Ну, здесь я не знаю даже, какой год-то выбрать. Это из истории. Не, ну это я не знал, что за поселение такое. Это значит еще до города, еще до основания. Просто учти, мы принимаем первый ответ, который же ты его дашь. Ну я бы тут забрал бы, я не знаю, боюсь потерять. 800. Рискни. 800. Здесь я не знаю, здесь только тыкать куда-нибудь. 1853-56 год. Даже не знаю, что выбрать. Подсунули как раз. Это постарался. А это тайна. Да, я уже догадываюсь, кто это подсунул.
Скорее всего, Андрей. Потому что знает, откуда я. Борис, наверное. Но мне только склонять к цеп как-то больше подходит. Я не знаю, правда или нет. Больше цеп подходит для меня. Не думал, что до такого вопроса-то дойду. А как ты хотел? Ну, если бы, когда город основан, я сразу бы сказал. Это еще раньше. 19 век получается. Но это история Казахстана получается. Мы ее в школе изучали. Все 800. 53-й, что ли. Я бы тут забрал бы все, чтобы терять столько. Я бы забрал полтора. Но ты рискни. Ну, я не знаю, какой вариант выбрать. Даже не лезет. Вообще 50-100 вообще с первого склонялся. Я не знаю, что выбрать. Вот рата лучше, чем 100 тысяч. Не знаю, не знаю, что же тут. Если логически, не знаю, до... Самый близкий, если 1900 год. До этого. Ну, 31-го. 53 через 30 лет там основали. Не знаю, может, 900-й год ровно, может быть. Снова. Ну, а ты рискни. Рискни. Ну, давайте, была не была, 1900-й год. Пусть будет. Эх. Олег, Олег, ты так колебался, очень долго размышлял, и так классно шел в течение всей игры. Да, шел, и дошел. И дошел до злокозненной цифры 15. Да, до последней. А теперь я скажу так. Первое поселение появилось здесь в 1856 году, а в 1856 году только зарождающаяся угольная промышленность начала снабжать соседние медильные плавильни. Ну, я к нему, видишь, склонялся как-то. Ну, ладно, ничего страшного. Олег, ну ты сегодня правда демонстрировал красивую игру. Вот ты, если бы ты сказал 1856, то ты бы выиграл бы 3 миллиона, но не судьба. Ты уходишь со 100 тысячами рублей. Тем не менее, я тебя поздравляю с шикарной игрой. Надеюсь, ты будешь частым гостем в нашей программе. Ну да, надеюсь. Ну а мы тем временем завершаем нашу программу. И хоть... Что ж, Олегу Цуканову не получилось снять проклятие 15-го вопроса, но надеюсь, что в следующих играх у него это получится. В чем я искренне, конечно, на это надеюсь. Ну а я с вами прощаюсь до следующей встречи на игре «Кто хочет стать миллионером». До новых встреч! Пока-пока!